Здравствуйте. Вы смотрите новости на телеканале «Первый Карагандинский», в студии Гульнур Жакен. Сегодня в выпуске. Один год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Такой приговор вынес судья Казбекбийского районного суда в отношении водителя КамАЗа, который в феврале сбил студентку. В учебном центре «Спасск» проходят 9-е международные военные соревнования «Золотой филин» 2017. 8 команд спецназа из Беларуси, Пакистана, России и Казахстана борются за звание лучшей разведывательной группы. Их будут помнить вечно. В поселке Ботагара открыли обелиск, посвященный памяти сотрудникам полиции, погибших в борьбе с преступностью. В феврале этого года студентку третьего курса одного из карагандинских университетов сбил КамАЗ на пешеходном переходе. Пострадавшая получила серьезные травмы. Водитель утверждал, что двигался с разрешенной скоростью и просто не в состоянии был мгновенно остановить машину. 26 мая суд вынес приговор. Водителю грузовой машины назначили один год лишения свободы. Светлана Жанусова – мама Жанары, которую сбили на пешеходном переходе в районе одного из университетов Караганды. В тот день она разговаривала с дочерью за полчаса до происшествия. Жанар должна была пойти с друзьями на хоккей. Вечером мы где-то через два часа мы уже были в восстановительном центре. Зашли, и вышел врач, женщина. И она нам посмотрела и сказала, до сих пор это не больно-то приятно. Она сказала, ноги сломаны. Ребра сломаны, в ребра пробили легкие, сломаны позвоночник, сломаны ключицы, перелом черепа. И вообще она посмотрела на нас и говорит, в общем, готовьтесь. Она сейчас в коме, долго она не проживет. Что вы хотите, по ней пришлась такая махина. После аварии Жанара не хотела никого видеть и уж тем более давать интервью. Немного поправившись, потерпевшая в показаниях рассказала, что и как в тот злополучный день было на самом деле. По крайней правой полосе, получается, шла вот серая машина, а по крайней левой сдалека увидела КамАЗ марки, грузовая машина марки МАН. Но она находилась где-то на расстоянии 40-50 метров примерно, могу сказать. И начала переходить пешеходный переход, потому что остановилась машина серого цвета. Дальше помню, как перешла, посмотрела налево и вот как отрезала. За это время Жанар настрадалась немало. К тому же мама потерпевшей влезла в долги, закупая костыли, дорогостоящие лекарства. Кроме студентов, со стороны водителя помощи как таковой оказано не было и даже не принес извинения, утверждает мама. Им сказать, что они такое что-то делали, ничего не делали. Потом, когда в Макажаново перевели ее, они вообще забыли к нам дорогу. Не интересовались, только вот это было через месяц, наверное, может быть, поступил звонок от водителя, где он мне, видно, что он был пьян, он говорит, что она там, не встала еще? Я говорю, конечно, мне это было, я была в шоке от таких слов, не извините, не простите. Адвокат потерпевшей требует самого строгого наказания водителю, а это до 2 лет лишения свободы. Водитель грузовой автомашины, заправленной газом, мы так и не услышали вразумительного ответа, как и в ходе досудебного разбирательства, так и в ходе судебного разбирательства, как такая машина, груженная более 20 тонн сжиженным газом, находилась в жилом массиве. Кроме того, водитель, как и в ходе судебного заседания, показал неоднократно о том, что следствием того, что он совершил наезд на пешехода Жанусова, явилось то, что отказали тормоза на прицепе тележки, вследствие чего он совершил наезд. Суд учел все эти моменты и приговорил водителя КамАЗа к лишению свободы сроком на 1 год. Назаренко Евгений Михайлович признался виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 345, часть 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан, и назначил ему наказание по данной статье в виде лишения свободы сроком 1 год с отбыванием наказания в учреждении уголовной исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права управлять транспортным средством сроком 3 года. Избрать в отношении Назаренко Евгения Михайловича меру пресечения в виде содержания под стражей. Взять Назаренко Евгения Михайловича под стражу в зале судебного заседания.
В настоящий момент ставится вопрос по оформлению Жанаре второй группы инвалидности. Между тем, это не первый случай ЗТП с начала этого года. Практически все автолюбители совершают одни и те же ошибки. Основные из них – превышение скорости, неадекватное поведение в экстремальных ситуациях. Анышал Кербек, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Реконструкция вокзала, ремонт котельной города Сарани. По этим и другим вопросам отчитались члены общественного совета Карагандинской области. Лишь на ремонт железнодорожного вокзала понадобится около 500 миллионов тенге, заявили представители совета на брифинге в региональной службе коммуникации. Холодно, да еще и тесно. Горожане часто стали поднимать вопрос о необходимости реконструкции железнодорожного вокзала. Жители с жалобами в письменном виде не раз обращались к главе региона. Еще в прошлом году затрагивалась эта тема. На брифинге в региональной службе коммуникации председатель общественного совета Еркара Аймагамбетов поделился с планами по реконструкции вокзала Караганды. Он сообщил, что на республиканском уровне согласились с необходимостью расширения здания вокзала в два раза. Существующему зданию планируется пристроить дополнительные в центральной части и с торцевой стороны. Мнение акима заключается в том, это расширить, во-первых, и поднять еще второй этаж. Вот. Я сказал, он говорил, что проектно-сметная документация составляется. Конечно, немалая сумма это требует, от 200 до 500 миллионов тенге дальше. Поэтому, думаю, эта работа будет реализована. Второй волнующий горожан вопрос – это ремонт котельной Сарани. Еркара Аймагамбетов отметил, что уже есть обращение депутатов Мажилиса к правительству о выделении дополнительных средств для восстановления котельной. Рано запустить котельную все же не удастся. Но в то же время положительные сдвиги в решении вопроса есть, заявили члены общественного совета. И есть обращение депутатов Мажилиса к правительству нашей страны о выделении дополнительных бюджетных средств о восстановлении котельной Сарани. Есть. Вот, при встрече акимом области мы тоже были обеспокоены, говорили, замаким области Ляпунов тоже ездили с ними вместе, разобрались. Вопрос вот в таком аспекте стоит. Общественный совет Карагандинской области с момента образования рассмотрел порядка 303 проектов нормативно-правовых актов. Заслушано более 20 отчетов руководителей госорганов и администраторов бюджетных программ. Андрей Тайна, Жара Гибаева, Тольген Рашитов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Карагандинцы могут лишиться заграничного отпуска при наличии неоплаченных административных штрафов. Областное управление комитета по правовой статистике Генеральной прокуратуры сообщает, что с начала года по Карагандинской области задолженность по штрафам составляет более 600 миллионов тенге. Прокуроры настоятельно советуют перед тем, как планировать свой заграничный отпуск, посетить информационный сервис Генеральной прокуратуры, чтобы узнать о своих штрафах. Это можно сделать через любой интернет-браузер. Для этого необходимо пройти по ссылке comcor.gov.kz, далее выбрать окно «Узнай о своих штрафах», заполнить свои персональные данные, ИИН, номер и тип документа, после чего сервис выдаст сведения об имеющихся административных штрафах. Уважаемые граждане, если у вас имеются неоплаченные штрафы, это может стать серьезным препятствием при выезде за пределы Республики Казахстан. При поступлении на государственную службу, при постановке на учет автотранспорта и так далее. В честь праздника Дня защиты детей СКИФ в Караганде представляет суперакции с 22 мая по 4 июня. Памперсы, одна упаковка, 3339 тенге. Бисквит Барни 150 грамм, 399 тенге. СКИФ. Просто сравни цены. В
8 команд спецназа из Белоруссии, Пакистана, России и Казахстана борются за звание лучшей разведгруппы. В учебном центре «Спасск» проходят 9-е международные соревнования разведывательных подразделений «Золотой филин-2017». Организаторы заявили, что основная цель мероприятия – обмен опытом. Казахстанский разведчик Саяхан Узбеков в этом соревновании участвует впервые. Военнослужащий признается, что было тяжело, но старались до последнего. Участник также признался, что главные соперники для них – команда из России. Саяхан заявил, всегда есть чему учиться. С конца апреля мы начали готовиться, весь месяц подготавливались. Проходили весь этап, все этапы, которые мы здесь проходим, была подготовка. Ну, с утра начиная до вечера. Бегали 20 километров, полосу вначале проходили одну, но потом немножко изменений было, поменяли. Готовились к стрельбе, стрельба у нас проходила несколько раз в неделю. В качестве наблюдателей на соревнованиях присутствуют представители Азербайджана, Монголии, Индии и Турции. Ванчи Суре Баяр Сайхан – командир роты специального назначения Монголии. Он впервые на этих соревнованиях. Ванчин Суре впечатлен подготовкой и надеется, что в следующем году Монголия присоединится к состязаниям уже в качестве участника. Я участвую наблюдателем. Первый раз приехал из Казахстана. Но очень понравилось соревнование. Но наблюдатель мы решили, что в следующее соревнование мы будем участвовать. Наш командир уже обещал. Спецназовцы проходят 10 этапов. Организаторы отмечают, что уровень подготовки участников позволяет справляться со всеми поставленными задачами, хотя и с разной оценкой. Командир войсковой части 22-750 Ерлан Утеуов признался, что это отличная возможность изучить и проанализировать подготовку военнослужащих разных стран. На протяжении 10 напряженных этапов группы демонстрируют свои теоретические знания, навыки и умения выполнения нормативов по тактико-специальной подготовке, огневой подготовке, психофизической подготовке, по работе на топографических картах, военно-медицинская подготовка и минно-подрывное дело. Международные соревнования разведывательных групп «Золотой филин» в Казахстане проводятся в 9-й раз. В этом году в них приняли участие 8 команд спецназа из Белоруссии, Пакистана, России и Казахстана. Андрей Тена, Жарагибаева, Исламбек Оспан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Еще одну мемориальную доску открыли карагандинские полицейские в память о погибших сотрудниках. В преддверии 25-летия казахстанской полиции в районном центре Бухар-Жыравского района открыли обелиск. На торжественной церемонии собрались жители районного центра, школьники, коллеги, родные и близкие сотрудников. Почетное право открытия обелиск предоставлено заместителю начальника департамента внутренних дел Карагандинской области Ардаку Онтекпаеву и акиму Бухар-Жыравского района Нуркену Кобжанову. Ветераны, собравшиеся, почтили память тех, кто в мирное время отдал свои жизни ради спокойствия и безопасности сограждан. После торжественной части прогремел троекратный залп в честь сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. За проявленное мужество и героизм они награждены правительственными наградами. Один достоин звания халык кахармана. Мы, сотрудники полиции, никогда не забываем своих товарищей, свято чтим память о них, на их пример воспитываем молодежь. Мы гордимся их именами, сделаем все, чтобы в будущем не терять наших коллег в мирное время. И сегодня, благодаря личному составу ВД Бухар-Жыравского района, при содействии акимата, рабочих культуры и жителей района, мы открыли мемориаль памяти. Эта дата для нас поистине знаменательна, и она навсегда будет вписана в историю. На открытие мемориальной доски пришли самые близкие люди. Минута молчания посвящена памяти погибших, среди которых участковый инспектор полиции Кайрат Хамутов. Во время охраны общественного порядка поселка Кучек при пресечении хулиганской деятельности получил смертельное ранение. Начальник отдела уголовного розыска Топарского РОВД, который начинал свою трудовую деятельность в Бухар-Жыравском УВД, Алданыш Тайгожин. Он в одиночку вступил в противоборство с тремя преступниками. Тело погибшего капитана полиции злоумышленники
техники сожгли. И Кайрат Жумабеков при спасении детей на трассе Астана-Караганда пал героической смертью. Родные и близкие благодарны за установку мемориальной доски. Уверены, что этот символ безграничной преданности родине станет примером молодому поколению. На открытии мемориальной доски была и супруга погибшего 16 лет назад Кайрата Хамытова. Я очень переживаю за этот момент, что на самом деле в течение 16 лет вспомнили имена всех ребят, которые, выполняя свой гражданский долг, погибли во время несения службы. Я искренне благодарна отделу полиции, что сегодня на мемориальной доске вспомнили своих сотрудников, которые погибли во время несения службы. После открытия мемориала все участники слета собрались за круглым столом. Здесь обсудили вопросы развития молодых сотрудников, работу местной полицейской службы, а также проблемные вопросы деятельности органов внутренних дел. В ходе встречи были обсуждены вопросы открытия кадетского класса в районном центре в поселке Ботакара. Ведь от того, кого мы воспитаем сейчас, зависит наше будущее. Будущее детей, будущее страны. Патриотизм – это любовь к родине, преданность и стремление служить и защищать ее интересы. В завершении торжества творческий коллектив и числа сотрудников департамента внутренних дел выступил и порадовал местную публику песнями и плясками. В ходе концертной программы лучшим работникам были вручены ценные подарки и почетные грамоты от акима Бухаржирауского района. Фариза Улбаева, Жаксылык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. В третье воскресенье июня в Казахстане отмечается День медицинского работника. В нынешнем году праздник приходится на 18 июня. На протяжении многих лет лучшие работники здравоохранения Карагандинского региона удостаиваются премии акима области. Среди кандидатов – врач-онкогинеколог Канагат Жумакаева. Свой трудовой путь Канагат Даулетхановна Жумакаева начала в 1989 году, когда после окончания Карагандинского медицинского института начала работать в родильном отделении первой больницы города Никольск. С 1998 года и по сей день работает врачом-онкогинекологом в областном онкологическом диспансере. А с 2011-го заведующая онкогинекологическим отделением диспансера. Сегодня Канагат Даулетхановна – врач-онкогинеколог высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук. Она постоянно повышает свою квалификацию в учебных заведениях Казахстана и за рубежом. В 2015 году награждена почетной грамотой Управления здравоохранения Карагандинской области. Коллеги характеризуют врача Жумакаеву как активный, трудолюбивый и обязательный специалист. Канагат Даулетхановна в совершенстве владеет всеми современными методами лечения онкологических больных. Всегда внимательна к пациентам, которые выражают ей благодарность и признательность. А коллеги всегда прислушиваются к ее авторитетному мнению. Одним словом, Канагат Даулетхановна Жумакаева – врач с большой буквы, на счету которой немало спасенных жизней. Студентка Карагандинского коммерческого колледжа представит нашу страну на международном конкурсе рабочих профессий World Skills в Абу-Даби. Полина Сидельникова сумела преодолеть региональные и республиканские отборы конкурса и уже начала подготовку к чемпионату международного масштаба. Девушка всегда мечтала связать свою жизнь с ресторанным делом, но даже не догадывалась, что ей выпадет честь представлять Шахтерский край на мировом уровне. Полина всегда мечтала связать свою жизнь с ресторанным делом. Учится она на третьем курсе по специальности «Технология и организация производства продукции предприятий питания». Сейчас уже работает по профессии в одном из кафе Караганды. В подобном состязании участвует впервые. Она с легкостью преодолела региональные и республиканские этапы, выиграв поездку в Абу-Даби. Задачи были вовсе не сложные, но и соперники оказались достойные. Делится впечатлениями девушка. Варили кофе, делали коктейли. Или готовили фуршетный стол, формировали сырные и фруктовые тарелки, а также разливали напитки и складывали салфетки. Девушка многое преодолела, приложив немало усилий. Теперь отправляется в Эмираты с волнением, но уверенностью, что достойно представит Караганду. Серьезно относимся к подготовке к этому конкурсу. Оттачиваем все движения, четкость, чтобы не было никаких ошибок, так как присутствует волнение и очень сложно справиться с ним. Если я займу какое-то призовое место в Абу-Даби,
как бы, во-первых, я убежусь в себе, что я что-то умею в своих умениях, в своих возможностях. Ну, также будет возможность хорошего трудоустройства, хорошей... В конкурсе рабочих профессий WorldSkills коммерческий колледж участвует в третий раз и всегда успешно. В этом году Полина Сидельникова будет состязаться в номинации «Ресторанный сервис». Своей ученице преподаватели уверены, задания конкурса еще неизвестны, но готовым нужно быть ко всему. Поэтому уже сегодня приступили к тренировкам. По итогам конкурса она заняла первое место и будет представлять наш Казахстан в городе Абу-Даби, Арабские Эмираты, на конкурсе «Ресторанный сервис». Надеюсь, что она покажет тоже себя достойно, и мы будем представлять Казахстан как одну из лучших стран в ресторанном сервисе. WorldSkills International – это международная некоммерческая ассоциация, целью которой является популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру. На сегодняшний день в деятельности организации принимают участие 76 стран. В профессиональных конкурсах участвуют молодые люди в возрасте до 22 лет. Раз в два года проходит тот самый чемпионат рабочих профессий WorldSkills, где и будет принимать участие Полина Сидельникова. По-другому это состязание называют «Олимпиадой для рабочих рук». И в настоящее время это крупнейшее соревнование подобного рода. В этом году участникам придется бороться в Объединенных Арабских Эмиратах, в городе Абу-Даби. А вот через два года чемпионат планируется провести в России. Асель Сазамбаева, Олжас Габасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И еще об одном. Житель Караганды, преданный фанат казахстанского боксера Геннадия Головкина, сделал татуировку с изображением спортсмена. Фотография татуировки с изображением 3G появилась на одном из пабликов в Instagram и тут же получила популярность. Пользователи оценили смелое решение фаната, однако некоторые написали, что сходство с оригиналом не очень заметно. То есть, потому что там изображение, копия его, люди тоже писали, что вообще не похож, не вообще. Вот сейчас сравним с фотографией, как у меня, это все один в один Геннадий Головкин. Не писали 3G, потому что человек, который знает Геннадия Головкина, он поймет. Миллионы людей являются поклонниками Геннадия Головкина, но лишь один из миллионов преданных фанатов Triple G после длительной моральной подготовки сделал на спине татуировку с изображением легенды казахстанского бокса. В социальных сетях появилось много комментариев, как положительных, так и негативных. Однако сам Денис Давыдов ни о чем не жалеет. Как бы он сейчас легенда, сейчас о нем говорят, и о нем будет история. То есть даже наши внуки будут знать так же, как о Мухаммеде Али и Майк Тайсоне, так же будут, как сейчас говорят, так же будут вспоминать его, потому что это легенда уже. И неважно, проиграет ли он когда-то. То есть у меня на спине легенда мирового бокса. Вы не будете жалеть? Нет, ни капли не буду жалеть. То есть я каждое утро встаю, смотрю на эту татуировку и, то есть, вдохновляюсь. И мне приятно, что я ношу эту татуировку. Также напомним, что недавно любитель бокса из Рексима Энди Рендлис запечатлел портрет казахстанского боксера Геннадия Головкина на своем теле. В июне прошлого года аналогичной татуировкой отметился один из клиентов польского тату-салона БКТЭЦ, который находится в городе Вроцлав. Владелец салона Бартек Кос опубликовал соответствующее фото в своем инстаграме. Асель Сазамбаева, Исламбек Оспан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Аман сау болыңыздар.